Ну все наоборот делайте. Бытовой мусор в бункера кидайте, крупногабаритные в бункера, бытовой в баке. Сюда растительные остатки. Перерасход у нас по мусору в 23-м году и 22-м году тоже был. Каждый год вам председатель ролики снимает и рассказывает. Нельзя так делать. Визуально не вижу бутылок здесь. Ну ладно, нет, но все-таки есть. Через верх надо смотреть, лезть на эту кучу. Не полезу. Сколько раз можно уже лазить? Уминайте, удавливайте за собой. Мы воздух покупаем у регионального оператора. Мы платим за воздух. Эти вот горшки можно было чем-нибудь наполнить. Пустые горшки выбросили. Все сжать можно, все умять. Все банки, все, это сказать, коробки вот эти вот. Видите надпись? Повесили. Пластиковые бутылки в контейнер не складывать. Для этого есть специальные ящики. И про растительные остатки тоже было. Ну все, поотрывали за сезон. Спасибо. Запрещено складывать. Осталось чуть-чуть. Потерпите. Противопожарный режим закончился. Сожгете вот эти вот веточки все. И, так сказать, залу получите. Господа, что вы творите? Перерасход по смете у нас. Ой, елки-моталки. Вот они, бутылки. Целый мешок бутылок тут, целый мешок там.